Все знаем, быстро решаем, не допускаем. Таков принцип работы подмосковного центра управления регионом и его муниципального аналога в Одинцовском округе. Здесь в оперативном режиме собирают всю информацию о проблемах жителей, анализируют ее и предлагают как точечные, так и системные решения. Здесь все автоматизировано. Жалобы от жителей моментально попадают к исполнителям. Но важно еще и то, что ЦУР не только и не столько лечит симптомы, сколько сами болезни, то есть первопричины, по которым эти проблемы возникают. Сотрудники штаба получают данные с портала «Добродел», из соцсетей, ведомств и теруправлений. Это позволяет через обратную связь от жителей увидеть уязвимые места в сложной системе городского округа. Никакие перемены невозможны без эффективной работы власти. Можно выделить сколько угодно средств, можно иметь любые амбиции и ставить перед собой любые цели. Но если качество управления низкое, то и результата не будет. Муниципальный центр управления регионом напрямую подчиняется главе Одинцовского округа. Основная задача – решение возникающих у жителей проблем в самых разных сферах жизнедеятельности. При этом контроль осуществляет ЦУР в областном доме правительства. Внедрение ЦУРа, налаживание его системного и качественного функционирования считаю нашим важным достижением. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал и принимает до сих пор участие в этом процессе, в этой работе. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».